Мы пробуем на сегодня последний соус. Это не Hellfire, это соус Crafter. Угу. У ребят большая линейка, мы берем сразу с тобой самый острый соус, чтобы понять, что нас ждет. Короче, по этикетке. Я ее видел уже, она просто бомбезная. При том, что бутылка не самая выигрышная. Классная этикетка, эти глаза переливающиеся. Вот, я не знаю, найти какую-то деталь такую, которую можно обыграть, это прям круто. Он, блин, просто нереальный. Там светится фон, потом идут такие, типа, как полупрозрачные дымные штучки. Угу. И потом нарисован сатана. Она объемная. С блестящими глазами. У него буквально блестят глаза. Ну, смотри, название тоже. Сатан Гост. Да, обыгрывается состав. То есть в соусе идет призрачный перец, то есть Ghost Pepper. Обыгрывается, ну, то есть отыграли, очень классно все. Супер. По составу. Все максимально просто. Жареный на огне перцы хабанера, уксус из красного вина, вода, соль, призрачные перцы и камень ксантановая как загуститель. То есть нас ждет с тобой сейчас просто вкус перца. И, кстати, бутылка 170, по-моему, миллилитров или 200. Внизу написано, нет? Сложно. Ну, то есть отличается. 170. То есть обычно бутылки 150 идет, тут чуть больше. Что тоже приятный бонус. Запах должен быть, не буду говорить какой, но должен быть топовый. Он очень томный. Томный. Ну, такой, как это сказать? Не ярко выраженный, то есть не бьет чем-то сразу. Да, он не бьет кислотой, он и не бьет чем-то еще, но он чуть даже копченость. Надо, он жареный на огне, так понимаю, ну, вау. Имеется в виду, что он коптится. Мне надо прочистить нос перед запахом, потому что у меня от прошлых соусов все. Слушай, знаешь, интересно, что? Вот там этого в составе нет. Вот, напоминает тебе какой-то запах? Вот того, чего там нет. Ну, это ярко выраженные томаты. Ну, понюхай, просто томатный соус как бы. Ну, копченые томаты. Ну, ладно, копченый томат, но томатный запах. Да, томатный запах есть. То есть, как бы вот... Ну, это, так понимаю, перец дает, они очень схожи. Возможно. Наверное, из-за того, что вот он там на костре, как ты там сказал, он жарится. Жарится. Да, да. Давай нальем сразу много. Вот так, да? Я боюсь, что если мы нальем мало, он будет острым, мы больше не захотим. А так мы сейчас ударим уже, у нас есть мясо закусить. И умрем. У меня есть пиво, у тебя нет, но... Ага, спасибо. Я хранил его каждый этого момента. Ну хорошо, давай смотри. Так. Ладно. Я лью, да? Да. Мы льем, делаем чин-чин, пробуем, подтверждаем, что он классный или не подтверждаем. Достаточно или еще? Ну давай так, пусть говорит в тебе твой внутренний голос. Мне кажется, да, я не знаю. Давай, пробуй сразу, не жди меня. Да нет, подожди, в смысле? Сейчас я просто начнешь капать мимо. Я не хочу в коматозе, а ты тут в порядке. То есть вдвоем? Конечно. Ну давай, да? Давай даже так. Поехали, чин-чин. Он мягкий. Подожди. Мягкий вкус, нет ничего такого ярко выраженного. Ни кислоты. Остота идет нереально, я уже ощущаю. Это как будто бы просто бомба с перцем взрывается. Но еще взрыва нет. Вот такие малюсенькие молекулы. Знаешь? Иголочки. Еще не взорвалось, согласись. Еще нет. Оно совсем. Просто, ты ощущаешь, что накатывает. Да, ты понимаешь, что сейчас будет. Но я уже ощущаю, что мне уже жарко. Угу. Такое странное ощущение. Ты ощущаешь вкус. Это очень вкусно. Ты ощущаешь вкус, ты ощущаешь аромат, и тебе становится... О, у меня пошло. Угу. Просто насколько это круто, что ты успеваешь съесть. У тебя такая прелюдия. Очень жарко. Угу. Горит рот. Это очень круто. Прости. Это топ. Обалденно, я успел ощутить вкус. Угу. Просто во рту спокойное состояние. Ты ешь еду. Ты ощущаешь ее, но при этом ты понимаешь, что нарастает уже срота. Очень жарко. Теперь я плачу. Ну давай, выпей пиво, пока ты платишь. Давай. Коронавирус. Фух. Это прям очень круто. Но я прям рад, что мы сразу съели много. Я бы не съел второй раз его.
Мне, блин, брови потеют. Фух. Ну, кстати, отпустила. Нет. Фух, у меня только что такой пит просто был. Я ж губу себе сорвал. Ох. Нет, меня держит горло в тепле. Но пик отошел. Потек, все потек. Короче, в описании здесь идет такая штука, что вы успеете насладиться огнем ада. Походу, мы уже пошли по кругу. Ага. Мне больно говорить. Фух. Посыл в том, что... Это насколько это было красиво и вкусно, настолько же это остро. О боже. И это просто... Суть в том, что его снова захочется есть. То есть, как бы то ни было остро, как бы не мучились. Он был настолько яркий. Знаешь, он очень отличается от соусов Hellfire, от черники и от ритуала. То есть тут нет таких вот всех фруктовых штук. Да. Банально вкус. Слушай, я знаю, что этот соус еще кому-то налить к мясу. Любой еде, эта еда будет уничтожена. Просто будешь заедать, потому что тебе хочется спасти рецепторы и рот. Ну ладно, уже круто. Ну это было очень вкусно. Правда. Я начал, мне мысли путаются сейчас. Начал про вкус, это обалденный вкус именно перца. Мне нравится, что он чистый. Я не знал, что, ну, по описанию он довольно такой линейный. То есть там типа перец, простой. Перец, перец. Уксус, перец, соль, специи. Два вида перца, ну да. Это круто. А до этого-то мы попробовали там, значит, и ананас, и еще что-то. Пятое, десятое, а тут как бы просто, ну, перец. Ну, мне это больше понравился. Да. Это удивительно. Я рад, что мы не давали там высокие оценки такие. По вкусу это, ну, я не поставлю 10, но это 9 точно. Даже 9,5. Вот это вот ощущение того, что ты понимаешь, что тебе еще не печет. Но, слюну глотнул. Но этикетка и описание навязывают тебе, что тебе будет больно. Да, ё-моё. И оно просто так разлетается у тебя внутри. Фух. Тепло? Просто пока тепло. Не, слушай, у меня просто такая штука, у меня до сих пор не отпустила губы. У меня слюна просто выжигает, все. И давай начнем лучше со остроты. Давай. Это 10. Я тоже думаю 10, это реально топ-топ. Я не думаю, что я попробую что-то более острое. Ты бросаешь вызов, я принесу острее. Мы сделаем обзор на более острое. А что ты делаешь? Но... Я такой, самый острый в мире арахис ел. Это все десятка. Это десятка, но при этом это очень вкусная десятка, то есть... Это безумно вкусная десятка. Это правда, вот мне было только что плохо. Я только что умирал. Я хочу еще. Сейчас. Это вкусно. Я хотел бы реально съесть его еще, но просто... Боюсь, я не могу, это будет прям... Тебе, ну, этого сейчас, не да. Запить даже ничем, мне бы хотелось, да, себе запить. Да. На самом деле, вот обалденно делать прям экстремально острые крылышки для компании с пивом совсем, то есть, ну... Только надо брать как бы бидон пива, да. Бидон молока... Не, молоко не надо, не люблю портить вкус молоком. Пиво оно как... Ну ладно, алкоголь тоже не лучший вариант, но алкоголь снимает остроту. Да. Если пить алкоголь, то это неплохой вариант. Но это вкусно, оно получается сочетание обалденное. Рецепторы у тебя раскрыты ко вкусу, они готовы ко всему, тут пиво еще. Это было прям вау. Согласен. Вау. Че, 10... Ой, по вкусу. По вкусу? 10-9? 10-8? Сколько дашь? У нас рота 10, да, мы разобрались, 10-9 получается. Да. Это очень круто, я считаю. Честно, это первый соус крафтера, который я пробую. И я считаю, это прям, ну, реально крутой старт. Да. Мне интересно пробовать другие их соусы. Ребят, если пробовали... Пишите. Если не пробовали, просто как попробуйте. Как вы это пережили? Да. Ну, это надо попробовать. Камера выключилась. Да, согласен. Сука.